Всем добрый день. Сегодня у нас на установке Range Rover 405 2019 года. На него мы будем устанавливать радар адаптивного круиз-контроля. Соответственно, мы его установим, мы его закодируем, и все будет работать, как должно было быть с завода. Автомобиль к нам приехал за 1500 километров. Спасибо огромное людям за такое доверие. С автомобилем уже идут работы, мы его помыли, обклеили пленкой перфект для защиты. Очень часто задаваем вопрос, почему мы некоторые машины обклеиваем пленкой перфект, а некоторые не обклеиваем. Нет, мы не экономим, и обклеиваем это далеко не для видео, обклеивается каждый автомобиль, кроме тех, которые обклеены уже полиуретановой пленкой. Потому что на тот автомобиль, который заклеен полиуретановой пленкой, необходимости клеить какую-то еще защиту нет. Здесь мы уже сняли передний бампер. Также разобрали часть салона, потому что все оборудование оригинальное мы тянем также по оригиналу. В свои штатные места, там все там же, где и должно стоять. Радар будет установлен на передний усилитель переднего бампера. Здесь ставится специальная пена изолирующая, потом устанавливается кронштейн и также на него ставится радар. То есть выглядеть это будет приблизительно, извиняюсь, чуть-чуть перепутал сторону, выглядеть это будет приблизительно вот так. Ну, здесь еще ставится специальный кронштейн под радар. Вот эта замечательная вещь добавит очень хорошие функции в автомобиль. Сейчас вам все покажем. В отличие от дорестайлингового Range Rover 405, у которого уже с завода стоит полностью вся проводка под бампером, под радар, мы туда устанавливаем просто радар и подключаем фишку, то в рестайлинге, к сожалению, этого уже нет. То есть нам приходится все протягивать самим. Для этого мы разбираем салон, разбираем правую часть, разбираем багажник для проведения по штатным местам проводки от радара. Но так как мы это делаем не первый раз, нам этого труда не составляет. Работу с этим 405-м Range Rover мы продолжаем. Все оборудование мы уже установили. Установили радар под бампер, провели полностью всю электрику. Также подключили питание в заднем блоке предохранителей. Все как должно быть по оригиналу. Мы по-другому не подключаем. И теперь мы займемся кодировкой радара. Непосредственно закодируем его в сам автомобиль и потом поедем его обучать. Радар мы наш закодировали в этом Range Rover, и теперь едем на процесс адаптации.
будем адаптировать его к реальным дорожным условиям. Ну, адаптировать мы будем, соответственно, используя автомобиль нашего сотрудника, который будет ехать спереди, чтобы исключить ненужных ситуаций, скажем так. Поэтому здесь все гораздо проще. Сейчас мы развернемся и будем адаптировать наш радар. Для правильной работы круиз-контроля и радара самого, соответственно, его нужно при реальных дорожных условиях откалибровать. Поэтому нам нужно, чтобы он увидел полосы движения, идущие автомобили рядом, спереди, сбоку, сзади. Итак, мы выехали на дорогу. Вот впереди нас автомобиль Крета, который уже видели на наших видео, с помощью которого мы калибруем наши радары. И теперь вот компьютер, если обратить внимание на компьютер, в процентном соотношении он нам показывает, сколько процентов осталось до полной кодировки. Вот сейчас у нас на компьютере 39%. Нам нужно добиться 100%, и тогда радар будет полностью откалиброван. Так, 48%. Калибровку мы полностью произвели, соответственно, компьютер нам выдал, что все выполнено успешно, и теперь делаем дальнейшие манипуляции, которые нам пишет компьютер, и практически работа завершена. Все, радар круиз-контроля у нас установлен. Все полностью закодировано, адаптировано. Теперь мы проверим его в работе. Здесь мы можем выставить расстояние до автомобиля, лимит скорости при круиз-контроле. Ну, мы выбрали среднее расстояние. Все выбирается вот этими стрелками на руле. То есть можно выбрать большое расстояние и минимальное. Здесь все указывается полосками на центральном мониторе. Сейчас попробуем на нашей безлюдной улице найти какой-нибудь автомобиль, за которым пристроиться. Итак, мы догоняем автомобиль. И вот автомобиль, значок здесь показывает, что видит радар впереди идущий автомобиль, и автомобиль сам притормаживает. Все работает шикарно. Приезжайте к нам, и вам установим такую опцию на ваш Range Rover. Все шикарно.